Статуэтка позолоченная, хорошая вещь. Тяжелая, орехи тяжелая, можно колоть. Да. Кстати, многие спрашивают, зачем вообще это было нужно. Вы где-нибудь побеждали до этого? Нет, мы нигде не побеждали. А теперь премия Рунета – это официальная премия, которая представляет наибольшую значимость в российском секторе интернета. Вот мы уже подъезжаем. Да. Сейчас поднимемся и удивим. Мы идем. О, привет! Привет, чуваки. Мы, так, проходите. Мы, как всегда, неожиданно. Так, да? Петь, что ли, заставите сейчас? Нет. Блин, я вижу эту штуку, я ее видел только на фотографии. Взвесь, как говорится. Давай. Не испугался. Класс вообще. Спасибо вам большое. Спасибо, что голосовали. Эта штука наша. Вот эта вот замечательная статуэтка. Держи грамоту. И грамота. Ты расскажи, как у тебя-то впечатления-то были? Переживал? Нет, ты же твой первый выход на большую сцену. Я нервничал до самого последнего момента. Номинация... Интернет-проект побеждает mahor.ru, что на музыкальном сленге означает «самый лучший музыкальный певец». Как? Это мне надо по работе. Народный махор. Так, записал, ага. Вообще, эту статуэтку должен был получить Ярослав Сумишевский, но он сейчас на гастролях в Латвии. Я хочу поблагодарить тех поклонников нашего проекта, которые за нас проголосовали. Спасибо вам. Ну ладно, проходите, давайте это дело запьем чаем, да. Предлагаю. Заходите. На самом деле это очень важная ступенька в нашем проекте, ступенька в официальном признании. Я думаю, что благодаря вам мы сможем еще больше, достигнем больших высот. У нас таких и всяких разных будет еще очень и очень много. Спасибо вам за то, что голосовали, за то, что привлекали своих... друзей, родных, близких. В общем, мы победили. Мы это сделали, ура! Меня часто спрашивают, для чего нам нужен этот конкурс, почему мы там участвуем. Расскажи ты подробнее. У нас есть хорошая преданная аудитория. У нас есть люди, которые смотрят этот проект, участвуют в нем. Но не хватает официального признания. Дело в том, что премия Рунета – это официальный Оскар российского сектора интернет. И теперь при любом разговоре мы всегда можем говорить, что это за проект «Народный махор». Это «Народный махор», который выиграл в 2016 году народное голосование премии «Рунет». Как лучший интернет-проект 2016 года. И еще, все-таки проект у нас музыкальный, и без песен мы вас оставить не можем. У меня есть одна хорошая новая песня. У меня в планах сделать на нее... флешмоб. Песня патриотическая, военная. Называется она «Третий день». Хочу сегодня вам ее представить. Третий день идет атака Сталинграда. Третий день с утра и до заката. И стоят солдаты, пока не упадут, пока не попадет им пуля в грудь. Третий вечер не грусти, пехота. Это же не платная работа. Пусть лишь дома помнят наши дети, как полегли в бою отцы и деды. Пусть лишь дома помнят наши дети, как полегли в бою отцы и деды. Эх, пуля, пуля в грудь солдата, не лети сейчас, не надо. Он прожил всего 16 зим, это мало. Эх ты, пуля, пуля злая, не дожил пацан до мая. Помолчим, давай, брат, за своих. Эх ты, пуля, пуля злая, не дожил пацан до мая. Помолчит пехота за своих. Так надо. Третий день передает разведка, не дотянем даже до рассвета. И потом пусть помнят, как по июню равным молодым.
молодыми гибли за державу. Солнце в небе я не видел долго. Голоса друзей навек замолкли. Пусть навек запомнят, как когда-то гибли за свою страну солдаты. Пусть навек запомнят, как когда-то гибли за свою страну солдаты. Эх, пуля, пуля в грудь солдата. Не лети сейчас, не надо. Он прожил всего 16 зим, и это мало. Эх ты, пуля, пуля злая, не дожил пацан до мая. Помолчим, давай, брат, за своих. Эх ты, пуля, пуля злая, не дожил пацан до мая. Помолчим, пехота, за своих. Так надо. Пуля в грудь солдата, не лети сейчас, не надо. Он прожил всего 16 зим, и это мало. Эх ты, пуля, пуля злая, не дожил пацан до мая. Помолчим, давай, брат, за своих. Эх ты, пуля, пуля злая, не дожил пацан. Так помолчим, давай, брат, за своих. Хочу еще раз тебя поблагодарить, спасибо тебе большое, что за твою работу, за то, что мы поучаствовали в этом конкурсе. Спасибо огромное всем работникам невидимого фронта, тем, кто сидит по ту сторону экрана, всем нашим программистам, оператору. И модераторам. И модераторам, конечно же, модераторам наших групп в социальных сетях. И, кстати, у нас уже в Одноклассниках галочки появились. Уже первое официальное признание есть. И это здорово. Голосуйте за наших участников, комментируйте, вступайте в народные жюри. И с помощью вас мы выберем победителя, который получит 200 тысяч рублей. Ну а также мы выберем самого активного пользователя нашего сайта. Победитель поедет со мной, с нашей командой, отдыхать на теплое море. Все, пока. Увидимся на следующей неделе.